Всем окнам здрасте, и у меня есть вопрос к вам. Как? Какие 18 лайков? Короче, я к таким диким темпам не готов пока что, так что следующее видео будет только тогда, когда вы наберете 20 лайков под этим видео. Я как бы и подготовлюсь основательнее. Итак, к сути ролика. Я сделал обновление в своей игре. Ну, во-первых, у нее появилось название. Угадайте, какое? В общем, в моей игре происходило какое-то геометрическое месиво. Да-да, геометрическое месиво. А теперь к разработке. Первым делом я сделал возможность умереть. Я сделал менюшку, которая вылезает, когда наш кубик умирает. Там написано Game Over и есть возможность вернуться. Это пока что все. Кстати, кубик сейчас умирает при прикосновении с треугольником. Еще я сделал так, что теперь мы наглядно видим, где находятся точки спавна. Это нужно потому, что теперь касаться треугольника опасно, а из-за того, что игрок не видел, где он может появиться, он может случайно встать прямо возле треугольника и потом... Также я починил партику, то есть вот эти синие штуки из пушки. И тут я вспомню, что я говорил в предыдущем ролике. Сначала я хотел сделать врага красным кубиком, который бы шел на персонажа. Но я с интеллектом я не дружу, а тут еще искусственный какой-то. В общем-то, он отказывался ходить. Ну, я такой, ну, не хуже не надо. Но помните, если что-то не выходит, то оно не должно выходить, оно должно получаться. Если труд не приносит плодов, то каких плодов вы ждете? Труд — это не дерево какое-нибудь. Если вы хотите сдаться, то вы, скорее всего, сдадитесь. Минуска мотивации окончена. Короче, я решил добиться своего и сделать искусственный интеллект нашему треугольнику. И у меня получилось. Теперь треугольник тупо идет за нами. Я понизил ему скорость, так как он бегал как Соник. А потом... Что потом? Блин. Забыл, что дальше делал. А, вспомнил. Итак... Рубрика «Моделируем». Открываем блендер и что-то тут делаем. Я решил сделать пушку. Уложилась она в довольно мало полигонов, ну и прикрепил ее, значит, вместо этого уродства. Вот так-то лучше! Играю я такой и понимаю, что уворачиваться от врагов очень сложно. Так что сделал полоску ХП, чтобы при прикосновении куб не сразу становился дезинсайдом, а постепенно приближался к своей смерти. А если быть точнее, то к смерти своей репутации. Ну, сами понимаете. Dead Inside же. Потом я начал делать меню. Придумал, как оно будет выглядеть. И сделал три кнопки. Опции. Не рабочая кнопка. Не. Но что-то же я должен делать в третьей части. Старт. Начать игру. Было бы круто, если бы ее не было. Выйти. Самая полезная кнопка в этой игре. Ну и, конечно, название. Геометрическое месиво. В общем, я сделал Doom на максималках. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии. Я на все отвечаю и лайкаю. Наша цель — 5000 подписчиков до Нового года. Мы сможем. Всем удачи, всем пока.